Кроме того, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также инвалиды первой группы, будут получать льготу независимо от своего достатка. Также будет возвращен единый проездной билет. Законопроект уже передан в законодательное собрание края. Депутаты его рассмотрят на сессии 27 января. Напомню, решение о внесении изменений было принято губернатором в понедельник на встречу с инициативной группой пенсионеров.